Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Андрей Хорев, и сегодня мы с вами сыграем первый раунд 1/8 финала Лиги Чемпионов. Итак, все у меня получилось прямо с первого раза, и давайте посмотрим. Можете на паузу поставить и посмотреть, что ни одна команда ни из одной страны не играют вместе в первом раунде и ни из одной группы. Реал Манчестер Сити, интересно, будет Манчестер Юнайтед Порту, Наполи Бавария, Спортинг Ливерпуль, Барселона Монако, Челси ПСЖ, Тоттенхэм Севилья, Бенфика, Атлетико Мадрид. Итак, поехали, первый матч Манчестер Сити Реал. Давайте здесь мы, чтобы быстрее все-таки это видео получалось, мы просто делаем вот так вот. 1-1, Кун Агуэро забивает, и Роналдо сравнивает счет с пенальти. Смотрим дальше, Порту или Ман Юнайтед. Ман Юнайтед выиграли в прошлом году Лигу Европы. 2-0, Решфорд забивает дубль, Алекс Телес получает травму. Идем дальше. Бавария-Наполи. 2-1. Забил сначала Левандовский, потом Рибери удвоил преимущество. Ну и Хосе Калихон все-таки удалось уменьшить небольшое преимущество. Ливерпуль против Спортинга. 2-1 победа. Вейналдум, Старич и Дост. Барселона и Монако, точнее Монако-Барселона. Победа Монако, вообще, посмотрите, Суарес забивает, тут камбэк такой пошел, Бакайок и Герар забил. ПСЖ или Челси, здесь еще нету нашего любимого Неймара, для кого-то он не любим. А тут ПСЖ проигрывает с счетом 2-3. Забивает Верратти, Пастор, Джон Терри, которого уже нету, и Диего Коста делает дубль, которого тоже уже нету в мадридском Атлетико. Севилья, Тоттенхэм. Ну и Тоттенхэм побеждает 2-1-0, Дембеле с пенальти, Самир Насри Дембеле забивает, а вот Насри промахивается с пенальти. И еще Алдервейль получает травму. И Вертонген, между прочим, был удален. И Атлетико Мадрид, Бенфика. 2-1 побеждает Атлетико Мадрид. Сальвио забил, тут опять пошел камбэк. Караско и Гамейру. Итак, пошла у нас уже игра на вылет конкретный. Давайте посмотрим на календарь Реала. Он сыграл в ничью с мадридским Атлетико 1-1. Мы это запомнили. И сейчас будем смотреть. 4-1. Реал проходит дальше. Забил два мяча Бейл, Бензема Кросс и Дебрёйны. Так, и слегонька. Агуэро получает травму. Смотрим дальше. Манчестер Юнайтед и Порто. Манчестер Юнайтед выиграл. Я что-то не понял. Да, Манчестер Юнайтед выиграл 2-0 Порто. И смотрим, что будет сейчас. 4-2. Байли, два гола от Руни, которого уже нет в составе. Решфорд, Андре Сильва и Суарес, наш всеми известный по групповому этапу. Наполи против Баварии. Проиграл. Так, изменим все автоматически. Как мы видим, Бавария выиграла Наполи 2-1. И посмотрим, что будет в Италии. 2-0. Мюллер и Дуглас Коста. Но хорошо, все идет пока. Так. Спортинг проиграл Ливерпулю 2-1. Смотрим, что он делает с ними дома. 2-2 ничья. Тут аж до... наверное, вот что было. В основное время Спортинг выиграл 2-1, Дос забил и Ориджи. А потом, короче, Каутиньо на 117-й все-таки выводит вперед. Поэтому заслуженно. Монако против Барселоны. Монако обыграла Барселону. Сейчас Барсе прямо вот нужно выигрывать. 3-0, все, Барселона в плей-оффе. Пике забивает Месси, Неймар.
и Умтити получает травму. Челси, ПСЖ. ПСЖ проиграли со счетом 2-3 Челси. Все, Челси тоже в плей-оффе, ПСЖ вылетает. Диего Коста забивает снова дубль, Матьюди, которого уже нет в составе, он в Ювентусе. И Тоттенхэм, Севилья. Три-ноль побеждает Тоттенхэм, дубль Кейна и Сон выводят их вперед. Итак, Бенфика против Атлетика. Атлетика выиграли Бенфику 2-1. Смотрим, что будет сейчас. 2-0. Атлетика вылетает. Зивкович и Пицци. Вот кто вывел их вперед. И давайте все-таки посмотрим, кто вылетел, а кто нет. В общем, уже прошла жеребьевка. Реал МЮ, прям суперкубок УЕФА. Бавария, Ливерпуль, Барселона, Челси, Тоттенхэм, Севилья. Ну что же. 5-2, Реал проходит дальше, 6-2 МЮ, 4-1 Бавария, 4-3 Спортинг, 4-2 Барселона, 5-3 Челси, 4-0 Тоттенхэм, и вот здесь все-таки Атлетика проигрывает. Ну что же, посмотрим сейчас мы на лучшего бомбардира. Это пока что Диего Коста, 4 мяча, Бас Дос 3, Маркус Рэшфорд тоже 3. Ну что же, давайте доведем до игры и закончим на этом. До новых встреч, друзья. В следующей серии я, наверное, сделаю... ну что там получается у нас, давайте посмотрим. Четвертьфинал и, наверное, все. Сделаю в следующей серии четвертьфинал, а зато уже в последней серии я сделаю полуфинал и финал. Финал нам придется просто вот так вот сделать. Типа продвижение, потому что нам там предложат сыграть за одну все-таки команду. Мы этого не можем делать, поэтому просто так вот просимулируем. Ну что же, с вами был Андрей Хорев. До новых встреч, друзья. До свидания.